самых талантливых юных вокалистов России прошел в Химкинском ДК «Родина». Городской округ стал площадкой международного музыкального конкурса «Песенка года». Таланты отбирали члены жюри во главе с председателем комиссии и президентом конкурса Ангелиной Вовк. На сцене выступили 40 конкурсантов в борьбе за путевку в финал. Мы очень гордимся, что в городском округе Химки очень много талантливых детей, талантливой молодежи, талантливых педагогов и очень хорошие результаты, которые дают наши коллективы под руководством наших уважаемых педагогов. Это действительно кузница кадров, и, может быть, поэтому мы сегодня стали площадкой для такого отборочного тура. Финал фестиваля «Песенка года 2021» пройдет в августе во Всероссийском детском лагере «Орленок».